Психотропная грибница и концентрированная синтетика обернулась для троих друзей уголовным делом. Сотрудники полиции вышли на след производителей запрещенных веществ в Еманжелинске. Троица готовила и фасовала спайс и выращивала наркотические грибы. Один из подозреваемых выращивал галлюциногенные грибы прямо у себя в квартире. Полиции ему пришлось подробно рассказать о своем увлечении. Леонид, подпишите, вот это вот все, что у вас находится в квартире, для чего используется? Для выращивания грибов псилоцибиновых. Вот это остатки грибов? Да. Это споры? Да. Кроме того, мужчина хранил у себя почти 10 граммов метилового эфира. С помощью этого вещества можно было бы изготовить больше полукилограмма спайса. Также были обнаружены несколько свертков с порошками и растительными травами. Что в них находится? Наркотическое вещество спайс. Помимо этого, при обыске оперативники нашли 4 грамма марихуаны. Запрещенные вещества и специальное оборудование изъяли, а мужчину и двух его подельников арестовали. Если их вина будет доказана, то им может грозить до 15 лет лишения свободы. А в Чебаркуле этот продавец фруктов приторговывал насваем. Было установлено, что мужчина сбыл несовершеннолетнему 2 пакетика с веществом растительного происхождения, которое у него было изъято. Оперативники наведались на рынок подозрительному торговцу фруктами. 46-летний мужчина не стал отрицать, что продает запрещенное вещество прямо с прилавка. Так, на свои есть, да? Сейчас показываешь сотруднику. Упакованный товар нашли под стойкой. Причем индивидуальный предприниматель предлагал покупателям наркотическое вещество в разных вариантах исполнения. На свои 2 видов, поясняй, в чем разница. Просто они этих бравлах, те песканка. Этот стоимость какая? Одинаковая. Всего оперативники изъяли 84 пакетика с гранулированным наркотиком и 3 пакета с веществом растительного происхождения. Вышло почти 2 килограмма. Торговца привлекли к административной ответственности за оптовую и розничную продажу насвая. Его оштрафовали на 4000 рублей. Оксана Кравцова, 31 канал.